Качество без разницы. Нет проблем. Кто там еще? Я на века не смогу пикнуть полика. Можно сум. Это мы понимаем. Фласку надо. Я слакер. Конечно, да. В два разрушителя сядьте кто-то. Можно сразу ее отпустить. Да, вроде нормально. Да. Как я так понимаю, все машины забрали.
Я колчегана набил. Так что можешь кидать колчегана уж. Яндекс, доставка, ё-моё. Мои совершаем. Это у меня там моды. Я типа так не уважаю их. Считаю их глупыми. В ЦЛК. Если честно, по стилистике мне ЦЛК нравится. Прям. Кайфую. Кстати, вы замечали, что на ЦЛК всегда было, был разлом этот? На который всегда разлом есть до сих пор и был. Который в Shadowlands, типа, между мирами. Там реально разлом. Да? Да, можете посмотреть на небо. Потяни. Когда они написали свой сценарий? А... Только разбивайте колчеданы, лежат, не тратите их, не берите их. А, точно. Да можем сразу начать его убивать. Возьмите колчедану, мой водитель, мой помощник. Я
Да убили уже. Хуйня. Ебать, вот это на ДЦ топчик. Пальчуга такая. А почему я в ДЦ превратился? На ретро будет лучше. Че? Мне кто-то сказал, что у него есть этот фласки. Да, в моем личном банке там тоннельцевый вращатель. Хочу робота разобрать, и в банк кинуть. В смысле? Создать через shift? Не, не могу. Если возьмете с банка, я поставлю. Ну или... Я по... Бля, не, это хилбот в куче вообще не настроено нифига. Но угу. Нет, маусовер у меня. Это... Это единственный вариант, как можно хилить. Не, это неэффективно. Ну, если только не на холле пали. Мы свет ФМ будем делать или нет? Такой вопрос просто есть. Могу я этот переодеть хотел? Я троих не кину, одного только. Если три.
если 4. А, мы 4 сыграли, замечательно. Перебанить. Ну, зато прохиливается все. Угу. На хило МП5. Пусть кому надо, мне все равно. Еще раз жми. Ну это плащ. Получше. Так, БЦ дух краще. БЦ дух лучше. Сейчас, подожди. Не, мой лучше. Мой лучше, однозначно. А зато на этом 42 интеллекта, а у того 30. Да. Не-не-не, крит лучше. А. Ну, все равно лучше, чем ничего. Потом топовый шмот это крит МП5 инта. Никакого хосты, никакого духа. Он топовый. Он прям пипец топовый. Типа смотри. Ну да, на ДЦ. На остальных ХЗ там. На. Окей. Я подбирать.
Пусть записывается. Это, да. Ну, блин, тут вообще ничего не видно в Вуду. Мне надо вот это знать. Типа, вот это, не вот это, а потом, который появится. Вот это. Я вижу. Здорово, бродяги. Здорово. Что, ты вчера ходил, да? Что ты говоришь? Ты вчера ходил, да? Да, конечно, я ее принял вчера. Вообще просто, братан, и так. Все, и все. Красава. Пивош. Еще может. Знаешь, Славян, тебе аж интересно стало, что ты вчера уйду прошла. А стало интересно тебе, да, что там вчера уйду, так быстро прошел. Тебе стало интересно, кто так быстро прошел Ульду вчера. Да ладно, это я шучу. Короче, это. Помать эти там лежат. Вот, чтоб прям вот конкретно, чтобы он прям как вчера, чтобы он прочувствовал прям хребтиной своей. А, вчера, значит, мы нормальные были, да? Слушайте, мужчина, а вы это, хэм будете проходить все, что ли, или как и мы частично хэм? Подожди, я в ДЦ, да? Так же. Кошка-мурка вылетел, походу, да? Ну, стоит на месте. Пойди, тетя. Заводи. Не завел еще. Не завелся. Спал дебаф. Ходи. Какой мой минус, а три раза в ковше кувыркался. Это не я не довел, я в ковше был.
Это не я был. Ахи. Кстати, не пофиксили то, что я мог чем угодно сбить это каст. Нормально, сейчас один раз будет. Дякушка Мурка. Ну, так, риторический вопрос. Без зубов бы я умер. Это плохо. А я руку падаю. Потом поставишь после этого. Охуенно. Баф не повесился, значит не тикнул.
Где големы? О. Ну ладно, у меня мана еще вон есть. Но... остальным бы залил. Я не обращал внимания, мне индер давали, что ли? Почему так долго живу, по-моему? Нет. Или это одна тринька так зарешала? Тринька, наверное, потому что я на себе только давал. Берса. Так. Что-то там многовато у нас осталось. Ну так у нас минус один ДД изначально. А он бы не зарешал. Да, надо два хила и кошку морку отсажил бы. Ну, два хила тут. Наверное. Просто сейвис вы жмякаете на этой херне. Ну блин, справляли же, по-моему, до этого. Угу. Да, пока в полете я успел вот эту фигню кинуть. А, Войд, ты говоришь, когда типа я моба не довел, тебе кто-то отвечает, а самое забавное, в это время был в ковше. Я не знаю даже, с кем ты разговаривал, если честно. Вот у меня опять удар лагает ёбнуто просто. Почему? Меня прям это бесит. Вайдер меняй. Кто-то рыбу нашел. Кошки еще не тут. Вот именно я около инста стоял, у меня все хорошо было. Здесь я нажимаю жизненный отход, он 1000 лет кастуется. Но сейчас вроде нормально. Я надеюсь, это не будет так долго продолжаться. Я очень извиняюсь за это, простите. Закрыть его.